По всей видимости, данные порошки являются так называемыми солями и вредной смесью спать. И таких порошков более полукилограмма. Запрещенные вещества нашли в одной из квартир на улице Чайковского. Жилье снимал 31-летний приезжий из Москвы. Стражи порядка заранее знали о приезде в Сочи распространителя наркотиков. Его личность была установлена в ходе спецоперации. Кстати, работу курьером он нашел по объявлению в газете. Вы обратились по объявлению, и что вам сказали, и что сделали? Что ну, сказали, работа получается... В России вся информация при приезде в Киев. Получается, в Киев приехал, там вот объяснили, что это смеси. Подозреваемый своей вины не отрицает. В беседе с полицейскими он рассказал, что готовые разовые дозы он распространял, делая так называемые закладки. Вот, уже расфасованная готовая доза. Покупателей о тайниках москвич информировал, связываясь с ними по телефону и электронной почте. При дальнейших оперативных мероприятиях полицейские только в центральном районе Сочи выявили 3 подобных тайника. Всего же задержанный успел сделать около 100 закладок. На территории города Сочи проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на выявление, задержание таких преступников, которые занимаются закладками на территории нашего города-курорта. В текущем году ряд лиц уже задержаны. Из незаконного оборота изъято более 3 килограммов наркотических веществ. За попытку распространения наркотиков в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Гостю из столицы грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Кроме того, следователи продолжают устанавливать связи задержанного и каналы приобретения им наркотических веществ. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.